так вот. Упустила момент. Нет, это не мое. Это Ленина. Так. Сейчас на сцену выходят Андрей Кучумов и Татьяна Сергеева. Сереж, ну что так мало? Почему своего не почитал? Почитал. И приготовиться. Елизавета Солодовникова приготовится. Это Джек не видишь. Кто может показать? Вон висит там один, вот на стойке около гитары. Стойку с гитарой. Денис, где ты? Ну там же акустика была подключена, и в ней, наверное, кабель остался. Так, еще напоминаю, вот здесь вот баночка стоит. Если вдруг кто-то захочет положить что-нибудь в баночку, в перерыв, там или проходя мимо, положите, ладно? Да-да-да. Если у кого нет налички, у меня есть номер карточки, на которую можно перевести денежку. Давай баночку по столам. Наконец. Лен, брось, ты бегаешь там. Хорошо. Еле-еле спит. Только надо мне написать. Карта Сбербанка. Это лошадь. Там написано сверху. Это здесь. Это не везде написано. Это оркестр. Это можно сказать. Размешивает осень во дворах.
рубиновые гроздья, рубиновые гроздья, как искорки подушевого костра. Последняя гроза, в дорогу собирают птичьи стаи. Я снова попрошу, чтоб ты остался, хотя давно не верю в чудеса. На столике остывший желтый чай, печально одинокая конфета. Опять ты исчезаешь без ответа, но только ничего не обещай. Рубиновые гроздья, рубиновые гроздья, развешивает осень во дворах. Рубиновые гроздья, рубиновые гроздья, как искорки потушенного костра. Рубиновые гроздья развешивает осень во дворах. Рубиновые гроздья, рубиновые гроздья, как искорки потушенного костра. But I'm not the only one. I hope someday you'll join.
Один за другим умерли два мужа богатых. Поэтому у полиции появились вопросы. Мадам Шалон похожа на Минерву. Инспектор думал, глядя на красотку. Опасно, быть может, даже стерва. Но что определенно не кокотка. Как держится, ведь двух мужей убила. Ах, как прелестна линия груди. Какие бедра, вот, заговорила. Глаз в сторону, инспектор, отводи. Мои мужья страдали от гастрита. Один из них обжор, хам, свинья. И был продажной шкурой ненасытный. Шалон хотел бы умереть. Пускай от охлажденной перепелки или съев омлет по-неаполитански. Что жизнь без вкусной пищи? Что в ней толку? А без любви так просто чили мексиканский. Я приглашаю вас на Дюбоне. Поедем в Ниццу, чудная погода. Согласна всемиру, и вас я не... Не приведу к фатальному исходу. В количествах разумных поглощать. Вино и пищу нужно однозначно. Хотите руку мне поцеловать? Вот так все и закончилось удачно. А это был рецепт убийства. Рецепт убийства, рецепт убийства. А это был рецепт убийства. Рецепт убийства по-французски.
Андрей Кучумов, Татьяна Сергеевна. Спасибо, друзья. Приглашаю Елизавету Солодовникову.